милуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Если молимся о благочестивейшем самодержавнике великом государе нашем императоре Николая Александровича Ярси, о державе, победе, пребывании, мире, славе, спасении его, и Господу Богу нашему наибоди посвятите и подобите ему во все, и покорите под ноги его, всякого врага Иисуса Свято. Молимся, о всем и христолюбивом.